Редакция телеканала ЛРТ вновь открыла свои двери. На этот раз у нас в гостях побывали ученики школы английского языка. Дети узнали, что такое суфлер, хромакей и как создают новостные сюжеты и программы. Подробности о визите юных гостей в следующем материале. Знакомство с телеканалом началось в кабинете генерального директора. Сначала мальчики и девочки по очереди рассказали о себе и своих увлечениях. Этих ребят объединяет общий интерес. Они изучают английский язык. На ЛРТ пришли за новыми знаниями и впечатлениями. Наш телеканал – это то, что мы делаем сами. Да, полностью у нас есть лицензия на это. Мы сами формируем сетку вещания, закупаем фильмы, мультфильмы, делаем собственные программы и, соответственно, выходим в эфир. А вот как выходят в эфир, ребятам тоже рассказали, а точнее показали и даже предложили попробовать самим прочитать подводки к новостям. Да. Вот вы уже сами, в принципе, обратили внимание. Повернитесь назад, вы видите суфлеры. Я впервые на телевидении, и тут очень круто. Я желаю всем счастья, чтобы не болели и все время работали на ура. Это был интересный опыт для меня. В память об этой экскурсии юным гостям вручили сувениры с символикой телеканала и пригласили снова посетить телевизионное закулисье. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.